Всем привет! Хочу сегодня записать такое небольшое видео. Что хочу сделать? Значит, смотрите, история какая. У нас есть вот такой термос, очень хороший, он очень хорошо держит тепло. В течение 2 суток остается все, что в нем заваривается, просто горячее, кипяток еще на 2 сутки. Вот, так что он очень хороший, вот с такой стеклянной колбой они очень долго держат тепло. Но что произошло? Значит, видно, мы когда-то не заметили, и тут было неплотно доходило. Вот тут резиночка есть, прокладочка между пластиком и колбой. И видно, туда вниз жидкость попала. И она там, видно, была долгое время, и она заржавела, то есть дно проржавело. Мы этого не заметили. Хотим попробовать. Сейчас, значит, вот такой вот способ, может быть, слышали, что Кока-Колы можно ржавчину убирать. Вот мы его и проверим. Я думаю, что это правда, потому что это вообще вещь злая. Я, кстати, наверное, уже лет 5 ее не пью. И вам не советую, потому что разъедает кишки, в общем, все подряд. Что еще хочу интересное сказать? Оказывается, слушай, я на нее даже не смотрел столько времени. Оказывается, 2 литра уже аж 124 рубля стоят в магазине. Это просто что-то с чем-то. Еще за такую отраву такие деньги платить. Я, честно говоря, не думал. Я думал, рублей 80, может быть, стоит. Нет, а эту мы взяли по акции 67 рублей. Да, с копейками там. Короче, 68 рублей. А так она, по-моему, 90, кажется, стоит. Короче, со скидкой в этот раз. Ладно, что ж, давайте я сейчас попробую раскрутить, и мы посмотрим. Ребят, я раскрутил, выключался, потому что одной рукой было мне никак не справиться. Вот такая вот колба с таким вот хвостиком. По-моему, этот хвостик, если я не ошибаюсь, именно вот держит давление. То есть, если этот хвостик лопнет, его отбить, то этот весь разломается. А может, просто это так форму выводили, надо было как-то вывести. Тут я на дно уже положил, чтобы до резинки доходило. Такую штучку вырезал. Вот, и тут есть прокладочка родная. Такая подставочка. Вот она тоже, она пока жидкость была, видите, там прогнила. Поэтому вот я и подложечку такую сделал. Ну вот, ребят, видите, я уже его драил содой и с губкой такой металлической. Но тем не менее, не до конца. Вот, сейчас мы и попробуем. Сейчас я залью сюда кока-колу. И мы попробуем сутки подержать. Посмотрим, что из этого выйдет. Поможет или нет. Как бы проверим. Вот, ребят, в общем, открыл. И давайте залью. Сюда я, конечно, выливать не буду. Смысла нет, потому что основная часть на дне у нас, которую надо попробовать, чтобы отошла. Поэтому сейчас мы посмотрим. Из-за пены не видно, сколько. Ноты закрывает. Ну, закрывает вроде. Угу, закрывает вроде основные элементы. Ну все, короче, я включусь, наверное, уже через пару часов, посмотрим, какой эффект, и потом еще через сутки. Ребята, в общем, я забыл за этот термос, простоял он у меня двое суток на окне, даже не обратил на него внимания, забыл, что я его поставил. Посмотрите, в общем, Кока-Кола превратилась в такую, ну, как грязную воду, такого серого цвета. Ну, сказать, что я вижу какой-то ошеломительный эффект, я, конечно, не скажу. Честно говоря, я не очень могу различить, где она отъела, где нет. То есть, ну, вроде как она посветлее стала, вот дно посветлее чуть стало, где уже и так было очищено. Ну, так, чтобы что-то такое, ух, прям сказать, я не могу. Знаете что, давайте мы, может быть, она уже, ее действие вышло. Вот она какая грязная, сейчас мы ее выльем. Ее, может быть, действие вышло. Давайте попробуем налить туда еще свежий и оставить еще на сутки. Посмотрим, может быть, это что-то уже по второму разу даст. Вот, ребят, смотрите, как кофе такой, или скорее как какао цвет получился. Ну, в общем, такой эффект. Пойдемте наливать новую порцию. Вот, ребят, наливаем новую порцию.
Ну, все, наверное, хватит. И оставляем еще на сутки. Через сутки посмотрим. В общем, помогло это что-то или нет? Ну, пока показывает практика, что что-то как-то не очень. Хотя я знаю, я как-то на батарее пробовал, но там более свежая ржавчина, она отходила. А тут более уже такое прямо, я не знаю, как сказать вам, уже окаменелая ржавчина. Может, поэтому. Ну, не знаю, короче, факт остается фактом. Итак, ребята, прошло еще 2 дня, я не спешил. Только что я слил кока-колу, вот еще там чуть-чуть внизу осталось. И давайте посмотрим. Что можно сказать? Какой-то эффект есть. Есть волшебное какое-то свойство разъедать ржавчину. Но так, чтобы эффект был вау, я этого не вижу, ребят. Не вижу. Так что то, что вот в интернете очень любят показывать, что прям все оно съедает гвозди, ну, я бы не сказал, конечно. В общем-то, как средство от ржавчины, оно такое, ну, на процентов 25 эффективно, наверное, будет, если так подрасчитать. Поэтому остальную колу, наверное, придется вылить, потому что дальнейшего смысла наливать не вижу. Больше оно явно не отъест. Потому что вот даже сверху, вот тут вот сейчас... Поверну, вот тут полосочка ржавчины, видите, такая более свежая, такая равномерная. И ее тоже не отъела. Да, конечно, он стал посветлее донышко. Вот. Но так как есть, сами все видите. Вот, ребят, ставим лайки, не забываем, пожалуйста, ну поставьте. Что же, вам жалко на кнопку нажать, что ли? Пишем свои размышления, выводы, вводы. Все, что об этом думаете, буду рад послушать. Кстати, это у нас Индия, чистая Индия. Вот старый, да, но он такой эффективный, просто вообще шикарный. Он большой, ну, если в машину, то удобно. С собой, конечно, наверное, не очень удобно. Но 2 суток, ребят, я офигел. Через 2 суток я открыл термос, и там кипяток еще был. Вообще шикарно держит. Просто и вот я, например, в нем завариваю шиповник. Такой насыщенный вот этот вот звар получается. Просто вот он аж черный, так настолько и вытягивает все вот эти свойства жаром из ягод. В общем, ребят, это не реклама термоса, это просто такой небольшой опыт. Поэтому пишите комментарии, жду их с нетерпением. Ставим, пожалуйста, лайки, классы, колокольчики. Все делаем, все ставим. Все, ребят, здоровья крепкого вам.